сожалению, победитель только по матче есть один. Поэтому поздравляю прежде всего гостинцам и также финалиста. Приступим к награждению. Ребят, вы показали красивый, достойный футбол. Мы вами гордимся. Ленинградская область с вами гордится, вы молодцы. Хороший пример показываете. Тосно, я так понимаю, Тосно защитил титул в этом году. Так что вдвойне молодцы. И команда Русь тоже. Борьба второй там очень интересный. Зрелищный футбол. Молодцы. Спасибо, уважаемым гостям. Ну а начнем мы с награждения судейской бригады финального матча. Свой приз получает резервный арбитр Марь Михаил Шпильфогель. Мы приглашаем ассистента главного арбитра Сергея Бреднева. Ассистент главного арбитра Антон Медведев. Главный арбитр финального матча Герман Кривенко. Определены лучшие футболисты финального матча. В команде Русь им стал Даниил Василенко. Такие великие игроки. Давайте.
родители могут встать туда.